А поезд идет сейчас до Москвы. Значит, все остановки, кроме Тарнинской и Перловской, он здесь же останавливается. То есть Тарасовского останавливается. А почему не дезориентирует человека, говорит, что на третьей платформе он должен быть? Он там с сумкой, ну пусть сам тогда скребет, я не знаю. Да? Вот. И мы почему-то... То есть у вас неувязка в интернете, да? То есть в интернете дают ложную информацию, что вас скандали за 9 мая. Видите? Вы знаете, вы уже выяснялись. У нас вообще столько денег нет, чтобы праздновать то Пасху, то 9 мая, то день Конституции. Это слишком борзо. Может, у Путина денег с Хабаровой до хера? Понимаете? А я рутинную еду купила. Пусть это вы санкционировали Кабаевой, понимаете, ее санкционирует в своем США. Понятно? Я сяду на поезд и поеду, а он пусть там с сумками. А теперь поскандалит самцом за 9 мая. Я думаю, это все воевали, женщины и мужчины. Вы все время сами выясняете, по 9 мая, знаете, это странно. Тут что, такое, оплот терроризма, что ли, у вас в городе? Поверьте, что в Москве террористов больше. Да, я записала репортаж, что в случае, если я поеду не туда, вы будете ответчиком.